день! Сегодня мы с вами сделаем комплекс при замене коленного сустава. Допустим такую ситуацию. Вам поменяли коленный сустав, а там уже у нас стоит эндопротез. Что же делать, как разрабатывать ногу? Вам его когда поменяли, прямо в больнице, я думаю, вам делали небольшую гимнастику. Возможно, даже положили на аппарат артромод какой-нибудь, ногу сгибали-разгибали. Выписали домой, но нога немножко не разгибается, 10 градусов, немножечко, совсем чуть-чуть до конца не идет. И сгибается до 90, и дальше никак, как блок. Обычно. Вот она чуть-чуть у нас не дорабатывает. Что же делать, как же заниматься? Давайте мы с вами попробуем. Для занятия нам понадобится мячик. Небольшой, без разницы какой, лишь бы мячик. Ну вот, мой сантиметров 20, наверное. Уберем его пока в сторону и начнем разминаться. Легли. Давайте прям ляжем. Вот так вот. Каждое упражнение примерно 10 раз. Начинаем с носка. Разминка. Носок. На себя. От себя. Один. Два. На себя. От себя. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. Ноги пошире, носки внутрь. Раз, наружу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И провернем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передохнуть. Почему мы делаем с носка? Потому что мышцы, которые у нас поднимают носочек на себя, крепятся в колени. Поэтому обязательно начинаем с носочка. Поехали дальше. Сомкнули ноги вместе. Изгибаем колено по очереди. Правую ногу. Раз. Меняем. Два. Меняем. Разминка. Не быстро. Спокойно. Три. Четыре. Пять. Для удобства вы можете постелить какой-нибудь мячик или подушечку под спину, чтобы видеть свои ноги, чтобы было заниматься гораздо удобнее. Можете просто заниматься лежа. Сгибаем теперь колено правое, стараемся держать его в сторону. Один. Меняем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Работаем активно, хорошо, чтобы колено разогрелось. Если вы не успеваете, делайте передышки, ставьте паузу, догоняйте нас. Поехали дальше. Работаем только правой ногой. В сторону, внутрь, выпрямляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И теперь эта же правая нога в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 10. Передохнула нога, расслабилась. Сделали мы быстро, но это такой разминочный вариант. Больше, чтобы подразогреть сустав. Мы дальше эти упражнения еще немножко по-другому будем повторять. Можно лечь? Поехали дальше. Левая нога в сторону, раз, внутрь, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И в другую сторону, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Немножко встряхнули, потрясли ногами. Как можно? Пусть оно будет вот так, но немножко ноги пусть передохнут. Расслабились. Сгибаем обе ноги. Если вторая хуже сгибается, мы ставим их на один уровень. Поставили пошире друг от друга. И по очереди колено внутрь. Раз. Меняем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять. Сомкнули колени вместе, стопы вместе. И колени друг от друга разводим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Оба колена чуть-чуть пошатали в одну, в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это было больше для спины. Ноги остались согнутыми. Поставили на уровне плеч стопы, руки вдоль тела. Поднимаем таз вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Передохнули. Ноги поставили пошире. Подняли таз, колени свели, развели. Раз, два, опустили. Давайте еще раз вместе сделаем, прям четко. Таз подняли, колени свели, развели, таз опустили. Снова подняли. Раз, два, опустили. Еще раз. Раз, два, опустили. И еще один контрольный разок сделаем. Подняли. Раз, два, опустили. Ноги выпрямили, маленько ими потрясли. И сядем, посидим прямо на коврике. Сделали мы с вами разминочку для ног. Пора и поработать конкретно ногами. Маленько носки еще подшевелили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Немножко тазом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нам надо попробовать прям поукреплять, позаниматься всеми вот этими мышцами. Что же мы будем делать с вами? Поехали. Правую ногу сгибаем. Левая нога 10 раз вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ногу. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если легко, ногу стараемся не опускать, когда делаем. Если совсем легко, потом в дальнейшем можно добавить легкие утяжелители, ну, полкилограмма максимум. Меняем ногу снова, левая нога у нас. И работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выпрямили обе ноги. Мы поподнимали ноги, поработали вот этой передней поверхностью. Ложимся немножко на бок. Локоть поставили. Ногу вверху согнули. Внутренняя поверхность бедра. Носочек на себя, стопа параллельно полу. 10 раз вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И дугой будем работать. Смотрите. Раз. Вот это все работает. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Внизу ногу сгибаем. Вверху нога прямая. Носок на себя. Работаем наружной поверхностью. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Передохнули и работаем вперед, назад. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы бежим быстро, если вы устали, передохните, поставьте паузу, а мы потихоньку перемещаемся на другую сторону. Перевернулись. Обязательно и ту, и другую ногу делаем. Внизу нога прямая, вверху ногу согнули, стопа параллельно полу, 10 раз вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дугой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Внизу ногу согнули, вверху прямая. 10 раз вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вперед-назад. Вперед. Раз. Назад. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. Фух. Понапрягали мы ноги с вами. Все. Они у нас готовы к тому, чтобы их растягивать. Они разогреты. Для этого нам нужен будет мяч. Сначала мы положим обе ножки. Сгибаем. Раз. Выпрямляем. Два. Стараемся выпрямить ноги. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Я сделал быстро, вы можете маленько передохнуть. Сделать помедленнее. Все дождались, все доделали. Ноги сверху. Немножко проворачивающими движения. Раз, такие по кругу. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10 и в другую сторону. Раз, два, три.
Передохнули. Расслабились, ногами потрясли. Ноги уже устали. Если сильно тяжело, можете поставить на паузу, попозже доделать. Ну а мы попробуем работать, ногу выпрямлять. У нас 10 градусов, нога много у кого не выпрямляется. Будем работать на выпрямление. Начинаем со здоровой ноги, обязательно. Ногу положили, пятку немножко оставили и работаем. Раз до конца. То есть вы не толкаете ногу, а сами ее пытаетесь выпрямить. Это самое главное, пытаться самостоятельно ее выпрямить. Как будто бы кнопку надо нажать ногой, там мир спасти. И только вы можете достать ногой, нажать кнопку. И до конца прям тянете и головой, и всеми мышцами пытаетесь ногу выпрямить сами. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, выпрямляем ногу, меняем. Вот теперь наша, которая не выпрямляется до конца нога. То же самое, жестко, не резко, но до конца сильно ногу. Раз, два, три, толкаем, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Передохнуть. Если хорошо идет, можете поставить на паузу и сделать больше раз. Ну, не 100, конечно, но пару подходов по 10 можно. Поменяли снова ногу. Будем работать на сгибании. Стараемся согнуть ее. Прям 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь та нога, которая у нас плохо сгибается, положили. И стараемся до конца силой сами ее согнуть максимально. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она, 90, вам ни дальше не идет. И вы прям стараетесь сами, не прям не где-то давить даже, а больше сами головой ее согнуть. Это будет гораздо полезнее. Поменяли ногу. И работаем колено в сторону, внутрь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ногу. Внутрь, наружу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Немножко ноги передохнули. Поболтали. И будем усложнять задачу. Нам надо растянуть. Это будет сложно. Если вам тяжело, я отодвинусь прямо к стенке, придвинусь. Можно без стенки это делать. Стенка нужна, чтобы у нас ноги были маленько попрямее. То есть ноги назад не откидывались. Ногу положили. И вот так поддавливаем. И к носочку тянемся туда. Стараемся дотянуться. Не обязательно вы дотянетесь. Вы можете кинуть туда веревочку и так вот тянуть. Можете просто вот так тянуться, чтобы по задней поверхности бедра у вас было растяжение. Маленько ее вот так вот можно поддавливать и тянем. Она разогретая, мы долго разогревались. Тяните. Поменяли ногу. Вот она чуть-чуть у нас пораженная, так сказать, бедой. Не разгибается до конца. Носок на себя и сзади тянем.
Тянем связки, тянем, тянем. Сами туда прям. Можно веревочку, можно просто давайте тянитесь. И подольше, подольше растягивайте. Хорошо. А далее? Мячик мы уберем. Плавно, потихоньку мы с вами ложимся на живот. На животе полежим. Легли на живот. И начнем с самого простого. Сгибаем колени по очереди. Один. Два. Три. Четыре. И до конца старайтесь. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одновременно обе. Второй ногой помогаете. Зацепили ее и подталкиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Дальше. Семь. Восемь. Девять. Десять. Передохнули. Немножко потрясли ногами, там чуть-чуть поболтыхали. Прямая нога по очереди. Правая. Раз. Меня влево. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ползем колено в сторону. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я сделал быстро, вы можете поставить на паузу, сделать помедленнее. И поехали дальше. Теперь нам надо поднапрячь вот эту вот заднюю поверхность бедра. Правую ногу сгибаем. Не разгибая колено, 10 раз вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ногу. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Выпрямили. Маленько передохнули. Дальше. Я думаю, что у вас дома есть стенка. Если нет стенки, вы можете по дивану попробовать по краешку это сделать. Мы поворачиваемся к стенке ногами. Нога у нас до конца не выпрямляется. Сначала мы здоровую закинули ногу. Потом... соседку. Хорошо. Мячик у нас под головой. Все. Продолжаем. Ноги забросили. Работаем вверх-вниз. Вверх и потихоньку вниз. Эти упражнения можно делать по времени, минут по 5. Можете под счет. Я сделаю потихоньку, чтобы вам показать. Вы поставьте на паузу и поделайте подольше. До конца вверх носочки на себя тянем. И вниз. Стараемся колено согнуть. Туда можно второй ногой помогать, помогать. Снова вверх. И вниз. Два. Тянем, тянем, стараемся выпрямить. И вниз. Три. Еще, еще, еще. Четыре. И вниз стараемся. Вот она не сгибается, не дает вниз. А мы ее прям заставляем, заставляем. Положение вы отрегулируете сами. Как бы легче, чтобы вам было удобно. Хорошо. Вы поделайте, пожалуйста, подольше, а я поработаю в стороны. Идем в стороны и стараемся ногу выпрямить туда. Раз. Вернулись. Два.
три, четыре. И еще пятый. Пять. Вернулись ногами. Маленько постучали. Это будет хорошо и для вен нижних конечностей. И потихоньку опустили. Согнули ее. И там, в этом согнутом положении, подержали ее маленько. 10 секунд давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И потихоньку вверх. Ногу выпрямили. И тянем носочки на себя. Стараемся ноги вытянуть. Дадаем, даем, даем. И держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И маленько поработали носочками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Плавно потихоньку опускаем ноги. И продолжаем. Что же мы можем себе добавить еще? Было бы идеально. Вот у нас нога разогретая. Нам бы, конечно, бы не помешал аппарат Артрамон. Это он очень себя хорошо зарекомендовал. Я сейчас покажу, как он выглядит. Смотрите, такая вот у нас вещь. То есть колено ставится туда, сгибается, разгибается, угол задается. И потихоньку вот на нем очень хорошо видно динамику. Очень хорошо после гимнастики прям лечь и попробовать поразрабатывать колено. Еще, конечно, в колено, когда стало сгибаться 90 градусов, нам не помешал бы вот этот вот велосипед. Поставить ноги и хотя бы по 10 минут в день ноги проворачивать. Сейчас я быстренько покажу. И поехали. Вот оно, 90 градусов, можно тазом немножко помогать и поехали. Он стоит недорого, а колено хорошо разогревает и подготавливает к нагрузке и вообще разрабатывает коленный сустав. Ну как-то так. Всего хорошего, пока-пока. Если будут вопросы, обязательно задавайте, пишите.